Today you Кличко о Поветкин. Близкие, близкие они очень. Но у Кличко есть небольшая изюминка. Каково вам было, когда вы отлупасили брата Кличко? Very good. Очень хорошо. I wanted to be Я хочу побить and his его и его брата. Одного на завтрак, другого на обед. Так вы и питаетесь. А вы можете сейчас показать, как мы будем болеть за Поветкина? Не, я... Чуть-чуть, давайте. Нет, я что, без эмоций? Совершенно без эмоций. Да ну что вы, вы же самый прекрасный президент Ингушетии. Самый веселый, самый улыбчивый. Поэтому я очень спокойно болею вообще. У меня нет вообще эмоций. А это ваша жена? Любимая моя, да? Вас никогда Константин не бил? Нет, никогда. Пока нет, да. А вот бывало? Вы так скажите. Ну, это какое-то выражение такое некрасивое. Нет, Ваня так делает, Иван Андреевич Ургант. В начале своей передачи он так делает. Работаем. Нет, пускай Ургант так делает. Ваня очень хороший человек. А мы давайте мы так не будем делать. Давайте. А мы скажем по-другому. Ну, скажите болеем вот так. За нашего русского Поветкина. Во. Во. Русский бокс. Вы можете показать, как надо болеть? Когда будет бой, вот, мы четко покажем, как надо болеть. Давайте, вот сейчас начнется бой. Да. И мы закричим. Да. Давайте. Давайте. Сделаем, вот сделаем нормально. Гриша, давай! Давай! Сделай его! Сделай его! Давай! Давай! Получилось у него? Нет, мне кажется, что нет. Ты видел фильм «Рой»? Если ты его поцелуешь вот так, ему будет лучше. Осип Давыдович, здравствуйте. Здравствуйте. Я как раз к вам на свободное местечко. Меня пригласили сегодня на ринге перед матчем Поветкина и Кличко спеть гимн России. Вас научил Владимир? Пожалуйста, по-английски. По-английски? Вы переживали ил? Это не по-английски, я не поняла. Владимир, я вас поздравляю с победой. Первый канал вас поздравляет. Спасибо. Как вам дался бой? Спасибо. Поединок был очень непростым. Я вас обожаю. Александр Поветкин действительно настоящий витязь, который до последнего держался. Я знаю, что ему было непросто. Вы допускали, что возможность проиграть, или вы заранее знали свою победу? Если ты допускаешь возможность проиграть, то лучше в ринг не уходить. То есть вы знали, что вы выиграете? И каждый раз так. Вы как Ванга. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.